Три сотни бойцов смешанного стиля вышли на ринг в омском велотреке. Напомним, что Омск уже давно зарекомендовал себя одним из центров развития этого вида единоборств. В 2013-м уже проходил чемпионат и первенство СФО, а в 2015-м чемпионат России, посвященный 70-летию Победы. В этом же году наш город вновь стал площадкой для сражений бойцов Сибирского федерального округа. Очень приятно, что Всероссийская федерация ММА доверяет нам проведение подобных турниров. Количество зрителей на наших соревнованиях очевидно доказывает, что этот вид единоборства пользуется в нашем городе, в нашем регионе не понаслышке, большой популярностью. Доказано, что интерес к соревнованиям очень велик. Два дня поклонники ММА, титулованные спортсмены и высокие гости следили за поединками сильнейших спортсменов Сибири. На трибунах присутствовал главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай. И ради такого случая впервые в наш город прибыл известный актер, спортсмен, вице-президент Московской областной федерации ММА Владислав Демин. Я впервые на таком велотреке. Я когда зашел сюда, я думал, мне показалось, что гонщики вокруг носятся, велосипедисты. Но на самом деле, хочу сказать, что площадка очень интересная. Таких немного по России. И вот то, что здесь проводится турнир по смешанным единоборствам, именно Сибирский федеральный округ, это очень здорово. Потому что есть возможность посмотреть, как проводят сибиряки соревнования. И, на мой взгляд, уровень очень хороший. Вы видите, и зрители пришли, и спортсменов приехало большое количество. Я думаю, сегодня такой действительно очень интересный спортивный праздник для всей Сибири. Такая поддержка и внимание со стороны именитых спортсменов наверняка придавали бойцам дополнительные силы, вдохновляя их на яркие и нестандартные действия в ринге. И сибирские парни действительно сумели порадовать и удивить мощными и непредсказуемыми поединками. Не зря Михаил Ломоносов сказал в свое время, что могущество России будет прирастать Сибирью. А кто опровергнет эти слова, мы приедем и докажем обратное. Поэтому уровень высокий, результаты высокие. И, конечно, такие люди, как Александр Шлеменко, как Александр Сарнавский, как там, Петр Ян, как Андрей Корешков, то есть те сибиряки, которые прославляют наш край, нашу родину во всем мире. И это потрясающе. Соперниками воспитанников омских школ смешанных единоборств на чемпионате и первенстве Сибири стали бойцы из Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев, Республики Тыва, а также Иркутской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Но даже несмотря на столь высокую конкуренцию, хозяева площадки показали все, на что они способны. А мячи выиграли командный зачет во всех возрастных группах. По 5 золотых медалей взяли воспитанники омских школ в категориях 14-15 и 16-17 лет. Также 4 наших земляка – Александр Осетров, Мирис Адыгов, Асылхан Мулдабаев и Алексей Шуркевич – завоевали титулы чемпионов Сибири среди взрослых бойцов. Полностью поменял ударку. Меня в шторме научили бороться. Очень хорошо бороться, как видите. Я защищался. В принципе, меня никто на чемпионате Сибири даже не заборол. Слушал по ходу поединка Андрея Корешкова, стоял рядом Александр Шлеменко, тоже его очень слушал. Все слушал, что они говорят, и пытался выполнить на все 100. Я это выполнил, я победил. Меня выдвинуло вперед тем, что побеждать начал по ММА. Все стало получаться. Сейчас только тренироваться. Занимаюсь в шторме не так давно, полтора года всего. И вот за полтора года я уже стал чемпионом Сибири. Дальше поеду на Россию, вот буду стараться там завоевать Россию. Радость, что отобрался на чемпионат России, это в первую очередь. Но во-вторых, подрался, хорошо выступил, доволен. Нормально все. Напомним, что для этой категории спортсменов, участников чемпионата СФО, на кону в эти дни стояли путевки на майский чемпионат России в Ростов. А юные участники соревнований проходили отбор на первенство страны в Уфу и Великие Луки.